Цвет настроения Ханты, цвет настроения Манси. Югорские соцсети взорвал клип про Ханты-Мансийск. Местные строители вдохновились песней Филиппа Киркорова и в шуточной форме под музыку рассказали о забавных вещах, связанных с окружным центром. Например, что мост «Красный дракон» оранжевого цвета. Как рассказали в самой компании, видеоклип сняли специально для игры корпоративного КВНа, где одержали победу. Под самим видеороликом на YouTube десятки комментариев от «Бомба», «Теперь у Ханты-Мансийска есть гимн», до «Мне стыдно за мой город». Меж тем, эту работу посмотрели более 25 тысяч человек. Цвет настроения Манси, мы все живем в одном большом альянсе. Она в югорском стиле, она так чувствует себя богиней.